Привет, друзья! Испытание прототипа тяжелого робототехнического комплекса разминирования «Сталкер» начала проводить российская армия. Дистанционно управляемый робот-сапер «Сталкер» разработан заводом ДСТ «Урал». Ранее мы показывали еще одного робота-сапера МТ-2 этой компании. Робот предназначен для очистки местности от взрывоопасных предметов и проводит разминирование на глубине до 30 см на всех типах минных полей. Управление у робота-сапера дистанционное, и работает он на расстоянии до 1 км при наличии помех. Без помех дальность связи до 3 км. Также на командный пост может транслироваться изображение с его 4 камер. Разработчики отмечают, что цена у робота ниже, чем у иностранных аналогов, но какая она, не сообщают. Масса машины с рабочим органом – это вращающийся бойковый трамп, 27 тонн. На роботе установлен двигатель ЕМЗ мощностью 540 лошадиных сил. Он оснащен гидростатической трансмиссией. Максимальная скорость движения составляет до 10 км в час, а при троллении – от 1 до 5 км в час. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.